Добрый день, дорогие друзья. Ну что, мы уже часов 6, наверное, на рыбалке. Ветер очень сильный. Я в отчетах написал 18 метров в секунду. Саша говорит, да не 18, говорит, а 13. 13 метров в секунду где-то ветер. Порывы такие до 13. Было 5 удочек, одну снял, потому что сильно несет и перехлёстываются удочки, запутываются, некомфортно. Но рыбалка и так, она получается трудовая, тяжелая. С этим ветром забросить тяжело, закормиться тоже тяжело. Так, ну что за это время по рыбалке? У Саши есть уже карпики. Смотрите, уже 2 или 3, не считали мы их. У меня был один маленький, отпустил. Пару подлещиков и пару карасей. А караси такие, что кузи только. Значит, клюнул подлещик. Значит, это, и обрывается на самом берегу. А дойти до него надо в сапогах, потому что иначе там грязь сильная. Полез. А у меня такие полусапожки невысокие. Потерял эти полусапожки. Вымазикался в грязи. Ну и какой он нужен был тебе, этот подлещик? В общем, интересная рыбалка. Хорошо, брюки с собой другие были. Хоть можно было во что-то переодеться. Вон они сушатся там вот возле машины. В общем, все замечательно, все хорошо. Без приключений мы не можем. Сейчас где-то через час еще раз покормим, попьем кофе и будем готовиться к вечеру. Ночью, говорят, уже подлещик идет. Подлещик, лещ. Хотелось бы, конечно, поймать леща хорошего. И тоже верхний крючок, кстати, на грану. Он за бочину, видишь? Вон он, само, за жабры. Поэтому он само, как-то так и шел. Да. Пущай летит. Да, по-другому никак здесь не... По-другому не получится никак. Я говорю, я выпустил его, потом пришлось болото лезть освобождать.
закормились. Сейчас попьем кофе и надо будет готовиться уже к ночи. Котята появились только под вечер. Где они были раньше, непонятно. Кс-кс-кс. Бери. О, сколько вас. Какие-то дикие котята. Прошлую ночь так вот один, вот этот, наверное, серый, прямо по ногам лазил. Потом пропали они куда-то. Хоть салом подкормить их. На, серый. Черный, на. 2 часа ночи. Должен начаться клев. Где клев? Эх ты, зараза, ну! Подлючище! Не, что-то еще было, в траву ушло. Только ветер утих, и комар тут как тут. Такое впечатление, что он ждет, когда ветер закончится, чтобы напасть. Нормальный карась. На червяк? Нет. Да. Ну что вам сказать за ночь? Ночь прошла спокойно. Рыба нас не тревожила. Карпа ночью не было. Был подлещик, несколько карасей. Ну и все. Самое главное, что был комар. Вечером так себе, а потом ветер стих. Вот только ветер стихает, и комар налетает. Ну, а утром он, конечно, лютовал. Смотри, ветер стих. Почему-то под утро всегда комар калиброванно идет. Какой-то не такой, как всегда. Очень-очень большой. Ну что, в 5 часов закормились. Была поклевка мелкого карпа. Отпустил. И все. А нет, у Саши был карась еще. Не подлещик, подлещик. И все. Больше ничего не было. Ждем. Говорят, клев плохой. Сколько лодок на речке. Просто обалдеть. А вон лежит. А это надо выбрасывать. Это надо выбрасывать. Или отпускать. Как правильно? Выбрасывать или отпускать? Отпускать. Отпускать. Была поклевка, и, возможно, я ее пропустил, пока настраивал камеру. А нет, что-то есть. Не, ну это же была поклевка, не трава.
7 часов будем закармливаться. Ветер, течение был сильный. Так, куда будем бросать? Далеко? Я думаю, да, наверное. Если не течение, то, наверное, далеко. Давай попробуем далеко. Давай. Наверное, вот эта дистанция и хорош, Саша. Дальше не надо. Ты видел такую сволочь, а? Ай, такую потяжку сделал. Нет, я тебя не реабилитирую. Пойдешь к Кузе на завтрак, раз ты меня так перепугал. Три густерки вчерашние пришлось засолить. Смотрю, что они уже не живые в садке. И домой можно их не довезти было бы. Они, в принципе, предназначались для засолки, поэтому все нормально. Главное брать с собой соль на рыбалку. Салапинская прикормка. Добавляют сюда вареную пшеницу. И мелассу добавил, вон кукурузу. Может быть, это ему понравится больше. Пробовал горох с медом, горох с чесноком. Лучше всего работал все-таки горох чистый, без ничего. Нет, пара шпиритов здесь. Уже не знаешь сам, что ему дать. Этому карпу. Комары, гады. Только в тень заходишь, начинает грызть. И даже на солнце достают, а? Мало им было ночи, они нас вообще решили днем достать. Ветра нет, вот они беснуются. Это перед зимой, видно, решили кровушки наши попить. Ну что, будем заканчивать рыбалку. Ну, рыбалка как рыбалка. Вчера воевали с ветром, сегодня со сном, ночь не спали, ожидали в 2 часа поклевку подлещика, ну так и не дождались. С утра ждал карповую поклевку, пришел один малыш, малыша отпустил, ну, в общем, получается, немножко там рыбки есть и хватит. Подышали воздухом, пообщались с речкой. Все замечательно. Сейчас покажу свой мизер, который поймал. Ну, вчера по этому ветру сама Саша 3 карпа все-таки поймал. Ну, получается 3-0. Саша на пользу. Так, ладно. Будем собираться. А, да. Вытаскивал садок, и он еще бонус приплыл. Кормушка. Тоже нормально. Ой, вот это есть мой улов. Еще смотри, вот таких вот подлещика вчерашних засолил, потому что они начали пропадать. И все. Мне достаточно. Все, друзья, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч!